Я приветствую дорогих зрителей в начале дня. Вести утро Карачаево-Черкесия с вами. За Россию по таким названиям прошел концерт в селе Курджиново, который подготовили гости из Краснодарского края. Вторая средняя школа из Курджиново и четвертая из Лабинска являются побратимами и ездят друг к другу в гости, показывая свои достижения и проводя совместные акции. На концерте побывал Али Баташев. Легендарную «Катюшу» исполнил коллектив «Созвучие», а стихотворение Олега Милявского, где солдат завещает потомкам любить Россию, с чувством продекламировала Полина Кондратова из творческого объединения «Образ». Когда вся Россия надела шинели, нередко бывало, солдат вспоминал и белые рощи, и ливни косые, и мысленно детям своим завещал: «Любите Россию, любите Россию, Россию, которую я защищал». Что тебя больше всего тронуло в этой строчке? Ну, меня больше всего тронуло, что он завещает своим детям, чтобы они любили Россию, которую он сам защищал. А для тебя что такое Россия? Россия – это, мой родной дом, в котором я родилась. Все номера концертной программы были подготовлены воспитанниками и педагогами Дома детского творчества имени Дмитрия Шервашидзе из Лабинска. Они приехали вместе с учащимися школы номер 4 Лабинска, которая является побратимом Куржиновской средней школы номер 2. Хореограф Диана Климашевская исполнила танец «Колыбельная» в память о всех матерях и детях, испытавших на себе тяготы и лишения Великой Отечественной войны. Образ матери, заботящейся о своем ребенке, трогает сердца множества людей по всему миру, поэтому всегда актуален, считает Диана. Такие танцы ценятся, и надо их всегда выставлять везде, я считаю. Потому что это наша история, и без этого никуда, без таких танцев. Они каждого за душу берут. Юные артисты творческого объединения «Импульс» дружно танцевали под песню «Аист на крыше», а педагог Мария Карачкова очаровала зрителей русским национальным костюмом и песней «За Святую Русь помолюсь». Зрителям был представлен видеоролик «Святые воины Руси», рассказывающий о героических страницах истории страны, а также стихи, песни и танцы, посвященные России и ее многонациональному народу. Подобные мероприятия, подобное сближение вот в таком юном возрасте, конечно же, несет только добрые плоды. Это сближение народов, это сближение детей. Это самое верное и самое правильное, что может быть на пути воспитания патриотизма. Это знакомство детей, это дружба. Я думаю, та дружба, которая закладывается в детские годы, я думаю, возможно, что она и сохранится в дальнейшей во взрослой жизни. Мощным жизнеутверждающим финалом концерта стал танец «Морячка». Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Урупский район. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А 14:30 вместе с Дарьей Тандит смотрите «Вести». Удачного продолжения дня и до встречи.